Девушка уже участвовала, поэтому мне сейчас нужен мужчина на сцену. Веселый, задорный. А можно руку не поднимать. Кто первый вышел, тот и участвует. 100 рублей заплатил, и все. Поаплодируйте, человек два раза участвовал в этом номере. Приходите, выходите. А на концерт говорит, приходит по-настоящему пятый раз. Это Максим, он из Тюмени. Давайте его поаплодируем, я понимаю, что он постоянно выходит на аплодисменты. Все, хватило? Давайте его проводим под аплодисменты обратно на место. Честное слово. Пятый раз на концерте. Ну давайте, вот на последнем ряду человек сэкономил на билетах. Прошу вас, да? Да-да-да, вы же на последнем. Так, очки снял. Вперед, вперед, аплодируйте. Он долго будет идти. Ну а пока вы аплодируете, конечно же, друзья. Но коль скоро мужчину предлагают, чтобы девушкам было неудобно, давайте и девушку еще позовем. Веселушка, прошу вас. Вы там взрослая девушка, совершеннолетняя? Да, прекрасно. О, какой загорелый, а? Ну, поаплодируйте, смотрите, какой мужик симпатичный. Как вас зовут, откуда вы? Ну, привет, Максим. Откуда? Оренбургская область. Слышали про такое? Это рядом с Уралом. Из области человек. Нужный Урал. Девушка в челме вышла. Полотенце, да, у вас? Или это специально? Ну, откуда вы, как вас зовут? Погромче. 1, 2, 3. Александра из Владивостока. Владивостока! Из Оренбургских степей, люди. Зададите Гарри сейчас, да? Обязательно зададите, ведь к вам в помощь выходит наш капитан Дмитрий Соколов. Активный, хорошо. Дорогие друзья, сейчас в нашем трио мы исполним вам песенку. Песенка простая. Я буду петь, вы будете ее озвучивать. Например, ползет муравей. Хрустит яблоко. Погромче, погромче. Все, молодцы. Погромче можешь? Только еще раз. Нормально, так. Ну ты вырубаешься на первом ряду. Дорогие друзья, для вас звучит песенка капитана. Я плыву по морям, по волнам. Чайки с неба кричат тут и там. Я плыву и плывет жизнь моя. Тут расстался гудок корабля. Я буду звать тебя неуемный. В воздухе пахло весной. Приближалась пора посевной. Не надо, не показывай это. Только слышно, как чайки орут. Нормально, нормально все у тебя, нормально. Я даже обращать на тебя внимание стал. И гудок корабля тоже тут. Не заходись, а корабль все плывет и плывет. Моряка его девушка ждет, на скамеечке тихо сидит и рыдает громко на взрыв. Ты все знаешь, что ли, да? Давай, тут увидим моряк впереди, родные свои огоньки.
он был счастлив, безумно и рад. И от счастья упал на шпагат. Просто озвучить тебе надо, не обязательно было тебе говорить. А девчонка корабль увидал, и от счастья, ура! Закричав, поплыла по морю к нему, и вдруг закричала: да ну! Тут моряк к ней тихонько подплыл. Остановись. Остановился. И за волосы крепко схватил. Прошептал он ей громко: держись. И они в объятиях слились. Такие милые, как милые, а? Тут вдруг начал моряк танцевать. А девчонка за ним повторяет. Танцевали 23 дня. И лизал на лгу до корабля. Что круто! Не круто, классно! Молодцы! Умница, молодцы! Ну, красавцы! Ну а вы королевна. Ищите, в смысле королевна, берите цветы. Спасибо, ребята, спасибо. Ваши аплодисменты, самый лучший капитан самого лучшего шоу.